Здравствуйте, с вами вновь Александр Серегин, проект «Россия». Мир находится у опасной черты. Сейчас идет третья мировая информационная война. А чем мы воюем? Мы воюем Твиттером, Фейсбуком, Одноклассниками, Инстаграмом. А что делать? Делать соборную социальную сеть России, как национальный проект, общий проект. И как сказал Владимир Владимирович Путин в своей мюнхенской речи, мы будем строить справедливый и безопасный мир не для избранных, а для всех. Благодарю вас за внимание.